Напомним, футбольные поля, соответствующие мировым стандартам ФИФА, строятся в Анапске и Витязево. На стадионе «Понтас» будет тренироваться команда из Дании. База в Анапске станет резервной для транзитных тренировок футбольных сборных. После Мундиаля стадионы перейдут в ведение муниципалитета и детских команд спортивных школ. Кроме этого, городу достанется обновленная транспортная инфраструктура, 3 реанимобили и медицинское оборудование стоимостью более 55 миллионов рублей. В проведении чемпионата мира по футболу примут участие 75 анапских волонтеров. С 5 марта для них начался интенсивный обучающий процесс. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе и Сочи.